Ну вот, тем не менее, тему ты заявил вовсе не про то, как много информационных агентств прекрасных и разных, которые чудесно работают на рынке Санкт-Петербурга и страны в целом, и выбирают специализации, и вещают, и обеспечивают всех информацией по разным направлениям, а тему ты заявил как пятая информационная революция. Вот я, честно говоря, все пыталась посчитать, какая была первая, какая вторая. В общем, честно говоря, ничего мне светлого в голову не пришло, поэтому, Игорь, давай объясняй всем собравшихся, что ты имел в виду. Когда была первая информационная революция, когда вторая, и как мы дожили до нынешней пятой республики. Классически считается, что первое изобретение письменности, вторая, соответственно, книга печатная, первая Библия Гутенберга, третья информационная революция, телеграф, телефон, возможность быстро передавать информацию на длинные дистанции, четвертая информационная революция, это интернет, появление сети интернет. Ну и почему пятая назвал? На самом деле пятой информационной революции как таковой нету, потому что все мы считаем, что четвертое случилось, и мы на ней остановились. На самом деле, я давно уже говорю, что вот сам интернет, он прибавил скорости передачи информации. Если хотите, это было 4+ революция. То есть, если телеграф, радио, телефон дали возможность передавать, то интернет еще быстрее дал возможность передавать информацию. Что случилось, почему я говорю про пятую информационную революцию? С появлением социальных сетей, агрегаторов, появилась очень интересная штука. Изменился сам способ передачи информации. То есть, если раньше, до появления социальных сетей и появления генераторов, я лез в интернет и шел на сайт, то есть мое действие, оно в принципе не отличалось ничем от похода по почтовому ящику. Только до почтового ящика нужно было дойти, чтобы вытащить газету, а здесь я забивал строчку в сайте и смотрел, что пишет Коммерсант, ну желательно весь. То есть в принципе оставался тот же самый, первая страница, сноски, колонки, клики и так далее. Что произошло с соцсетями? Способ передачи поменялся в корне. Ключевым в передаче информации стал, если хотите, мой читатель. Сейчас очень сильно зависит от того, понравилась моя статья читателю или нет. Репост в сети Facebook одного читателя с аудиторией хотя бы 1000 человек приносит дополнительно 30-40 просмотров. То есть все. Если раньше вот мне понравилась статья в газете «Коммерсант», ну скольким людям я приду и покажу, да, там, ну 5-6 человек, ну 10. 11, наверное, уже пошлет мне куда подальше. Вот. То здесь я ставлю репост и даже не задумываюсь. То есть за счет того, что поменялась коммуникационная модель, мы оказались в совершенно другой ситуации. Начиная с того, что само понятие титульная страница, первый лист сайта перестало существовать. То есть как тема, куда завлекается читателя. То есть всегда было понятие передовица. Да? То есть мы открывали газету, там, не знаю, «Известия», передовая статья центральная. Так вот сейчас абсолютно не важно, что у тебя находится на первой странице сайта. Если есть хороший материал, который дальше репостится по сетям, или там хорошо проиндексирован в поисковиках, он в дебрях наберет гораздо больше, чем на первой странице. То есть к чему все говорю? Количество людей, зашедших на вашей первой странице, кратно меньше, чем количество людей, попадающих к вам на сайты из поисковиков.